Самара – древний город в Ираке, в 124 километрах к северу от Багдада, на территории которого находится одна из самых высоких спиральных мечетей в мире. Наиболее известная страница жизни древнего города связана с приходом в эти края мусульман. В 836 году из-за возникших беспорядков в столице халифата, а с ним и всего исламского мира, была перенесена из Багдада в Самару, где оставалась до 892 года, после чего вновь вернулась в Багдад. Такой поворот истории изменил лицо города. Он превратился в крупный торговый центр, в котором строились прекрасные дворцы и мечети. Так, в 847 году, здесь была построена великая мечеть с уникальным спиральным минаретом, на то время самая большая в мире. А ее минарет, выстроенный в 848-852 годах халифом аббасидов Аль-Мутавакилем, и на сегодняшний день является одним из самых высоких. Его спираль высотой в 52 метра служит также и лестницей, ведущей к вершине. В отличие от большинства минаретов, этот, из-за своей высоты, не использовался для призыва к молитве. Однако, видимый на достаточно большое расстояние от Самары, минарет всегда служил своеобразным утверждением присутствия ислама в долине реки Тигр. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки.